Перекресток Советской и Нагорной. Здесь еще с послевоенных времен располагался так называемый 66-й квартал. Бараки строили пленные немцы. Рассчитаны они были лет на 10, но простояли до середины 2000-х. Потом людей расселили, а ветхие бараки скоро снесут. Территорию планируют комплексно развивать. Жители домов по соседству с перекрестком Советской и Нагорной обратились в твиттер главы города Елены Лапушкиной. Попросили убрать мусор. Обращение было услышано. С детьми гуляем, тут на колясках ходим. Детский сад вот рядом. А сейчас вот, слава богу. Чтобы привести в порядок площадку, здесь собрали спецтехнику и сотрудников коммунальных служб. Площадку очистили от мусора, привели в порядок и установили контейнер. Заведующая детского сада, что расположен по соседству, радуется. Спасибо администрации, которая убрала это все и привели все в порядок. И у нас стало очень чисто, красиво. Сотрудники городских служб говорят, за этой территорией, пока здесь не появится застройщик, будут строго следить, чтобы у жителей не было поводов для жалоб. Мэри Елчан, Семен Безгинов, Григорий Плешаков, Сергей Баскин. События.